друзья, всем привет! Приглашаю на свой день рождения в Золотую Корону на Ромео Бездей Пати. К нам приедет специальный гость диджей Некрасов. Я думаю, что будет очень жарко. Вот, приходит так много гостей. В эту субботу должно приехать еще больше народу. Раскачаем, разожжем. Разожжем, мне жечь не надо, сильно сжигать. Да, расскажи немножко про свой Алкатрэш. Расскажи Алкатрэш. Алкатрэш на самом деле очень простой. Будет ряд конкурсов. То есть ряд будет людям, народу будет толпе задаваться вопросы на засыпку, на которые нужно будет ответить. Соответственно, тот, кто правильно отвечает, получает от меня порцию горячительного напитка в виде виски с соком. Вот. Ну и, соответственно, это вопросов будет много. Ну, будет весело. Поэтому готовьте свои умы. Готовьте свои телефоны, готовьте свои умы. О, да. Не, ну там, готовьте... знаешь, там такие вопросы, что они с подвохом, то есть ты просто так как бы не поймешь, да, то есть это не обычный вопрос, да, там зеленый или красный, а вот такой вопрос, который нужно будет реально знать. И реально думать не просто как обычный, да, мозг работает, а вот как работает мозг ребенка, да, то есть как-то вообще. Вот такие вопросы. Так что, друзья, 12 мая в субботу всех ждем. С вами был диджей Ромео, Дмитрий Ромео, диджей Некрасов, Кириша. Увидимся. Бабульки уже. 9 мая ждать. Да, 9 мая. Погулять ходить.